В эфире «Вести Чукотка», в студии работает Владимир Никитченко. Здравствуйте. В ближайшее время о главных событиях в округе. Все дальневосточные губернаторы приняли участие в совещании с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Основным рассматриваемым вопросом стали чрезвычайные ситуации в регионе, пожары в Якутии, паводки в Амурской и Еврейской автономной областях. Речь шла о выработке механизмов компенсации пострадавшим. Пришлось пересматривать и то, как защитить население от пожаров и потопов. Говорили о точности прогнозирования, о том, как доводить эту информацию наиболее быстрым, надежным и современным методом. Еще один важный блок касался снижения стоимости жилья на Дальнем Востоке. Мы хотим снизить стоимость земли для граждан, стоимость жилья для граждан. Возможно это? Возможно. За счет чего? Прежде всего, это предоставление земельных участков, предоставление преференций, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития, строительство инфраструктуры. Мы хотим все это посчитать и хотим это сделать таким образом, чтобы вот этот вот дисконт, вот эту вот разницу в стоимости, в этом случае возведения жилья, потому что жилье станет дешевле, меньше надо будет уплатить налогов, земля достанется инвестору. Далее мы подведем инфраструктуру, соответственно, его затраты снизятся. Так вот, надо разработать механизм таким образом, чтобы в результате более дешевое жилье попало людям, чтобы не компании строительные больше заработали, а люди дешевле получили жилье. Мы обменялись мнениями, есть еще некоторые препятствия на этом пути, мы хотим все посчитать, точно не ошибиться, но общая идея такая, я уверен, что мы ее реализуем. Практически все субъекты высказали интерес, желание участвовать в этой программе, подобраны земельные участки. Доработаем и будем запускать. И еще раз говорю, уже в этом году.